У нас забег номер 170. Пшина Лэмбо. Муха. Муха и два маппинга, вау. Вау. 8J23. 9P1X. Прекрасно, это прекрасно. Книга секретов. Где-то я ее видал, по-моему, не так давно. Вроде видал же. Видимо, нет. А нет, вот она. Вот она. И Гапи одним айтемом собрали. Гапи из одного айтема, только без полета. Хороший старт. Так, скорость 0.95, дамаг 3.01. Три, два, два, терза. Терза уверенная. Максимально терза уверенная. Здравствуй, Бужик. Привет, Сэджи. Так. Ну, хп много, статы, в принципе, сносные. О, кстати, у нас, кстати, максимальный шот-спид. Я теперь это запомнил. Это максимальный шот-спид, 1.25. Потому что там 1 плюс-минус 0.25. Вроде как формула. Я что-то долго на это не обращал внимания. Что бывает, блядь, 0.75 шот-спид у Эдена стартовый. И это пиздец плохо. Думал, там меньше разброс. Гапи заработал уже. Муха полетела, ой, еще полетела, нихуя себе. Полетели мухи. Все равно душно, пиздец. Кошмар духота, блин. Только всего пердит и стреляет. Со всех сторон. Так. Это не мегабин, это лингербин. Что даже и лучше, наверное. Тык, тык, ты-тык, джекпот, 4 синих, здорово, здорово, нормально, нормально, неплохое начало. Блин, везунчик. Да! Прилетел. Так, у нас ресток. Сток на B1. Понятно. Так, я могу не искать, кстати, да, наверное. Секрет, я могу нажать книжку второй раз, может быть, будет раз эффект синей мапы. Синий мап будет эффект. Бомбы зря не тратить. И далее. Ну и плохо, блять, тут пиздец, по-моему, вариантов 3, блять, минимум. Если не 4 варианта, где может быть первая. Ну так херу и найду. Нету. Все варианты изучить. Либо 3, либо 4 варианта, скорее всего. А хуй, она везде может быть. Она тупо везде может быть. Она везде может быть. Идите в пизду, я не буду ее искать. Ладно, я нажму карту. Пофиг. Кринж-этаж.
Доллар? Почти поверил, что это доллар. Блять, перк, сука, я мог потыкать сакруму. Но кто ж, блядь, знал-то, что это будет перкс? Я вот лично не знал. Пален. Было бы палевно, если я пошел бы сейчас сакрум, и там был бы перкс. Я ж не знал. Ладно. Тоже мы играем честно. В забег 3000, кстати, да, это правда. В таком забеге нам можно себе позволить всякое. Опять маппинг. Забавно. Еще один маппинг подряд. Это забег про маппинг пока. У меня книжка на маппинг и два маппинга подряд карты. Два этажа уже разных упало. Там батарейка мемная. Но она мне, в принципе, не нужна. Блять, Полифемус вернулся. Здорово, Полифемус. Чё, как оно? Теперь хоть без либра, слава богу. Нормальный Полифемус. А, их разъебет. Нет, нормально. Повезло. Какашки могли их убить, они капец мощными, что ты можешь дохера. Это терза по-любому. Отлично. Отлично. Окей. Ну да, да. Просто валяется пирсинг, ну типа, ну да. Спасибо, спасибо, беру, как говорится. Валяется гела. Могу вторую потрогать, но зачем? Потратить просто так. Это даже все равно не это. Это даже. В принципе, не это самое. Не букворм. Найду библиотеку, я так соберу букворм, скорее всего. Так. Это смешное, можно нарулить? Карту вижу. А, карту я не за... А, забавно. Забавненько. Душа Зазеля. Душа, но забрать ее тяжело. Хотя, кстати, я могу ее забрать, кстати. Кстати, я могу ее забрать, эту плю. Это же можно сделать. При помощи гела, по идее. Берем. Что? Так, а тут что? А тут параша, ну ладно. Ладно, слава богу, что тут ничего нет полезного. Это было бы чересчур смешно. Это было бы чересчур смешно. Если бы я еще и там что-то нашел бы полезное. Там всего лишь ИБС. Все нормально, никакой удачи. Это все вымысел. Нет никакой стримерской удачи. Это все глупость. Это просто игра такая. Просто игра такая. Просто первые 1000 кранов, они бесплатные. Потом, наверное, будут забеги сложные. Просто мы пока еще до них еще не дошли. Это еще триал-версия. Хоть пойдет. Не, мало врагов, ну ладно. Все равно пойдет. ПБ это лучший стрик до этого мой. Какой был максимальный стрик за все время у меня. Это ламбы реально забеги почему-то сильные. Часто. Как бы, конечно, не всегда, но зачастую, да. Почему-то забеги на ламбы сильные. Ну, при том я сдох на ламбе. В стрике последнем. При всем при этом. И там рам был не особо сильный. Он был сильно ниже среднего. Там только дали айтемы хорошие в самой дарку, у меня уже не было хп на них. Я их брать не мог. Только в самой дарку были айтемы приятные.
Ну и сама Даркрума довольно страшная, как и Шевол. Так что там реально забеги нужны сильные. Даркруму. Без этого можно сильно обкакаться. Внезапно. Да, у Геоса тоже это глаз. Похож на Амогуса маленько из-за этого. Бля. Глупая тычка. Деньги. Хуя себе, что-то большие деньги почти. Да, вот он слил Даркруми. Ну, он слил не за Даркруми, потому что там айтемы взял все. Это я видел, да. Там просто по приколу играет парень. Ну, Даркруми просто реально суровая. Это самая суровая цель, это, блядь, Даркрума, это не мать. Самая цель уебищная, это именно Даркрума. Эти два этажа последние, они просто пиздец все трахают. Они тебя просто могут выебать. И ты ничего с этим не сможешь сделать, если у тебя будет ранг плохой, или сам будешь много ошибок делать. Потому что на матери, по сути, после гиены ран, в принципе, кончен. Или даже, может быть, закончен. Типа, прошел сердце, все, дальше там делать нечего. Хотя там один босс, который в теории только один из трех, типа, сложный. И все. Мать, файт несложный. Корпс этаж абсолютно, блядь, игрушечный. Там просто нет рум сложных почти ноль. Кроме ребусов. Ну, ребусы дегенератские, но они во всем альтрауте. А типа, блядь, Шелл и Даркрума, они обе сложнее в 5 раз любого корпса. Просто идиотские комнаты. Именно в плане именно сложности комнат. Маленько субоптимально. Просто получается, типа, когда идешь на мать, у тебя весь скилл, типа, он требуется где-то первые там пару этажей. Или даже скорее весь скилл требуется тупо на зеркало. Потому что там ты играешь ластом. Типа там можно в теории зафидить. В принципе, и все, наверное. Потому что я за все время, по-моему, ни разу не умирал, по-моему. Я умирал как-то раз, по-моему, в Мавзолее, когда только начинал играть на мать. Уже там как еблан играл. И типа шел на дьявола без хп. И у меня просто не было хп на мавзолее. Типа на одном хп приходил. Такое было. Но потом, по-моему, я никогда не умирал. Ни в мавзолее, по-моему, ни в корпсе. Только на матери еще, по-моему, один раз умирал. Это уже был билд странный. То есть рано на матери они тупо умирают в зеркале в основном. Вообще всегда. Тебе там что-нибудь страшное сделать. То есть там в конце ты редко умираешь. А вот именно Даркрума, там все наоборот. Там ты умираешь тупо в Шеуле или где-нибудь в Даркруме под конец, и тебя душить уже начинают. Именно в конце рана. Там именно концовка рана просто дико хуевая. Потому что там то у тебя... 3 Адверсери, то 4 Кейджа, то 4 Фэти. То, блядь, узкий нахуй, сука, Фоллен, блядь, в Даркруме. Или узкая Тератома, нахуй. Просто, блядь, комнаты. Хоть, нахуй, тирлист их делай, этих комнат. Ты просто ёбнешься, блядь, там комнаты. И они, бывает, одна за одну идут. Потрясающие румы. И ты просто ничего не можешь сделать с ними. Адекватного. Если нету мега-билда, как там у Толоста какого-нибудь условного. Это, наверное, все еще полезнее, я думаю. Это все еще, наверное, полезнее. Ну да, Мэгги можно скинуть, пофиг. Не особо нужна. I actually don't know if Gela can be sacrificed. Maybe I could sacrifice Gela, yeah. And then take it back. I don't know, man. Never tried it, I think.
Блять. Скорости мало. Тяжелее всего на фале давались не цели, а братья. Не, ну братья, братья это база. Братья это почти, по-моему, у всех. Это один из худших персонажей для почти любого среднего игрока условного. Потому что они просто очень плохо играются, очень криво играются. Извини, брат, ну так... Так уж вышло, так уж вышло. Туперс говно. Хотя при этом я все еще больше какую-нибудь Лилит презираю, чем братьев, потому что даже на братьях играть мне проще, чем на Лилит. Потому что, типа, у одной беда в том, что она, блядь, косая, а там, типа, беда в том, что, сука, хитбокс двойной у братьев. Как бы и то бесит, но я все равно больше люблю, что хотя бы то, что я хотя бы могу, типа, это, попадать хотя бы по врагам, по-нормальному. Это меня все еще больше бесит, когда я просто не могу ни по кому, блядь, попасть по-человечески. На Лилит. Ну, а братья, типа, можно привыкать, но все равно, конечно, хуйня персонаж. Но можно привыкнуть, типа, через время. Чуть-чуть меньше его ненавидеть. И братья, они довольно сильные, кстати. Особенно первые, там этажа 4. Там даже билда особо не надо, потому что они реально трахают игру. Там первые этажи. Потому что сейчас все еще два билда. Типа двойной DPS, считай, на халяву. Блин, я могу это взять, но я не хочу это брать. Я не хочу это брать. Тру хуйня, ты лазарь. Ты лазарь медленный. Он очень медленный. Это главная его беда. Ну, Талазарь по факту не особо сложно, если есть время играть, если ты типа не спешишь. Он очень хуёвый для спидрана, это просто худший персонаж для спидрана, наверное, после Такайна еще возможно. Это просто ужасный персонаж для спидрана. Что там буквально просто невозможно играть быстро. Почти просто никогда. А так он после патчи, когда его типа сделали легче, он реально стал намного легче. Они очень хорошо, по-моему, его там забалансили. Для обычного прохождения игры он сейчас вполне себе адекватный. Ну, кроме только грид-мода. Грид-мод все еще параша. Грид-мод все еще худший режим для Талазаря. Там ничего не поменялось. А можно я получу всех особов в этой игре? Можно я увижу всех особов в этом забеге? Вообще всех алсапы. Я явно пока еще не все нашел. Давайте я их все найду. Там какие-то еще остались. Где-то молоко еще осталось вон. Охуеть. Конечно, Полифемус прикольный ее, но что-то другое-то еще будет. Хоть что-нибудь. Хотя, может, мне больше ничего не надо. Возможно, мне реально больше ничего не надо. Билд уже самодостаточный. Еще вроде даже успеваю на бусраж. Да, по идее, успеваю на бусраж. Тоже хорошо. Самый веселый перс это кипер. Это кипер, да, довольно веселый. Я не знаю, самый веселый перс, на самом деле. У меня с этим вечно беды. У меня все равно Иден это самый лучший персонаж, на котором интереснее всего играть. Именно долго. Не как просто анлоки сделать. Из альтов, ну ты кипер, наверное, да, наверное, один из самых прикольных. Возможно. Колосс, на самом деле, очень быстро мне заебывает на нем играть. Он прикольный, потому что он легкий. Опять же, легкий в том плане, что на нем почти всегда хорошие раны. Ну, понятно, что он не легкий в плане выживания. Но на нем ты просто реально вообще не паришься, по-моему, ни о чем. Просто в точку каждый раз можешь типа хуярить. Потому что я вечно хороший билд. Там за пару этажей.
Старт и Лост очень одинаковые. Прям очень сильно одинаковые. Это в нем очень сильно отталкивает. Это Якоб еще, кстати, тоже довольно хорошие. Но опять же, долго на нем играть стрёмно. Эта шиза начинает бесить через время. Ты нахуй троллишь? А, окей, тут нету. Да, Якоб тоже после патча стал довольно интересным. Но один хер, я бы не стал на нем долго играть. Делать какие-то стрики. Потому что он тоже очень начинает быстро бесить этой механикой. Что от своей вечно надо шизы бегать. Я, блядь, чувствовал, что будет брим. Я, блядь, чувствовал. Я, блядь, знал, что нельзя брать антигравити. Как я это прочувствовал. Ёбаный брим, естественно. Так, ну ладно. Могу ли я улететь? Интересно. У меня есть перкс, в принципе. У меня, в принципе, есть перкс. Ну, типа Dark Room проходить. Но мне как бы есть чем ее проходить. С другой стороны. Мне есть чем ее проходить. Надо будет подумать. Может быть, реально улетим. Если будет Вомби 1. Если будет. Если не будет, то уже нет смысла. Вомби 2 уже. Нахуя уже этим заниматься? Да, в принципе, Вомби 1 уже смысла мало этим наномается, если так подумать. Наверное, Вомби 1 уже смысла мало улетать. Проще уже, может, уже доколупать уже. Ножками дотопать. Ебать мозг. Ты Аполеон нравится? Нет, ты Аполеон мне не особо нравится. Ты Аполеон, всякие, блядь, ты Блюбэби, у них из-за терзы играть душно порой. Без терзы они прям стрёмно играются. Особенно, кстати, говноед. У этого хотя бы мухи есть, ладно. Мух находишь и типа вроде с кайфом играешь. А вот, который говорит, это пиздец прям. Жесть. Это прям совсем боль. Говноедская боль. А то Ева, кстати, не знаю, я к ней привык. Я тоже долго с нее бесился, особенно... На начало еще особенно до как ее переделали в патче, я прямо на меня тоже заебывала. Сейчас все еще бывает стрёмно бывает играется, но в целом, типа, если ты находишь хп, то как нехуй делать, не играть можно спокойно. Да Ева несложная. Ты просто ищешь хп красные, находишь пару хп и можно хуярить. Там тупо все упирается в дрочь этого Сумпториума. А, ну саты, да, саты у нее хуёво, это да. Ну просто у нее они не особо прям мешают играть, я больше про это. У нее это не так сильно, типа, оказывает влияние на геймплей. Её эти хуёвые статы. Как у того же говноеда. Потому что Еву очень легко раскачивать, она прям очень легко раскачивается. И очень быстро. Правилом. Поэтому там я это особо даже не замечаю обычно. Но так тоже правда. Тоже довольно плохие статы. Это первый. Это, по-моему, первый шприц. Брим Гела поломал, в смысле? Так он стреляет сам. Я им вообще не стреляю, он сам стреляет. The Forgotten. The Forgotten это вообще странный персонаж. Он мне и нравится, и бесит меня одновременно. Фагот он, по сути, плох только в Редиере и на Делириума, по-моему. Все остальное на нем играется очень легко.
Но вот Игридир Идиллия — это просто ебаный нахуй ужас. Это просто отвратно играется на нем. Ну и картошка, да, это челлендж, типа. Картошка, да. Просто отвратный челлендж. Тефагот, он в целом, я бы не сказал, что он плох. Довольно фановый перс. Не знаю. Я говорю, альты, у них беда в том, что они все равно бесят сразу, потому что ты вообще не понимаешь, как на них типа играть. Почему многих типа все это отталкивает. Все эти персонажи. Потому что они, блядь, странные. Тебя игра, короче, ставит в условие, что ты должен как-то играть как-то по-другому. Не так, как раньше играл. И ты этого порой типа не понимаешь, как и что нужно делать на всех этих персонажах. От этого часто идет как бы отторжение изначально. А потом, когда поиграешь, в принципе, понимаешь, что типа, что можно так играть, и типа вроде нормально играется. И что они, в принципе, даже довольно сильные многие персонажи при этом. То есть там везде, да, свой подход нужен. О, получилось нормально. Потому что до выхода репы у нас, по сути, кто был? Ну, Фаготен был, да? Типа, окей, он чем-то реально сильно отличается. Ну, был Азазель, ебать. У него короткий брим. Окей. Чем-то тоже, типа, отличается. Lost Keeper, в принципе, они даже ничем особо не отличаются. Ну, типа, у них просто... У одного нет ХП, у второго, типа, деньги. Именно в плане того, как ты играешь, они, ну, не прям сильно отличаются от обычных персонажей. Они просто хрупкие, ну, в основном. Геймплей на них, в принципе, ну, не прям уж сильно отличается. Только что ты просто вечно будешь, типа, что умрешь нахуй на них. В этом все отличие в основном. А в репе, считай, почти все альты, они чем-то отличаются. И многие из них просто не играются, как, типа, обычным персонажем. Либо если играется, то очень редко. Это что-то, ну, адекватно. Можно, короче, ими играть. Типа, ты можешь пытаться, да, играть, как, не знаю, там, на какой-нибудь там, не знаю, Тэмэги без обнимашек. Но это вряд ли чем-то хорошим закончится, если ты будешь так играть. Да! Бонус. Отдайте бонус. Поэтому да, в этом все особенности. Я говорю, альты, в принципе, они все прикольные. Я сейчас к этому пришел мнению, что они все прикольные, но пройти их один раз. Типа, играть на них каждый день я бы точно нахуй не стал. Собственно, почему я не хочу делать всякие там рандом стрики. Типа, один раз пройти игру, они все забавные по-своему. Но именно на один раз. Это, ебать, брим, нож, полифем, окей. Беру. Такая же рума. Да, блять, хватит. Сейчас что-то должен был уже дойти так-то. А ног-то нету. Еле-еле идем. Ноги-ноги-то слабенькие. Все, у него есть самонаводка у Гела на ножи? А, он типа сам просто... Типа самонаводит такие. Просто цель берет, понял. В принципе, логично. А, да? Чего нахуй? А что это за этаж такой?
Чё? На деле его не будет. Его нету. Дили с циклом. Не пришел. 170.